Я представляю, что сейчас с этой колонной будет. Поехали. Бу! Вот это жесть! Я одним выстрелом разнес просто все. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение, и я решил сегодня записать крутецкий ролик, будем тестировать ракетную установку HIMARS. У нас сегодня будет очень много классных целей, это техника, NPC-зомби, военная, а в конце ролика я буду даже стрелять по сиреноголовым и очень большим монстрам. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. Так, есть у нас две установки, одна более простая, а одна более сложная и помощнее будет. Начнем с простой. Садимся на водителя сиденья, а нажимаем двойку, садимся за установку. Хотя прицела почему-то нет. Это очень странно. Ну, давайте проверим, как она вообще стреляет. Ага, все понял. Ну что, начнем стрелять. Надеюсь, я попаду по машине. Ну-ка. Так, мы не можем приближать. Воу! Я поставил специально по одной машине и поставил прям целые кучи машин. То есть это как бы, знаете, колонна едет. Вот видите, одним выстрелом уничтожил сразу 8 машин. Так, надо ниже брать. Понятно, что теперь легковую машину я легко уничтожу. Бум. Машины идут по мощности своей брони. Это более жестче уже машина идет. Ну, я так понимаю, что все. HIMARS, как всегда, ребята, рулит и уничтожает все. Представляю, что будет та установка делать. Но так как у нас в конце ролика будут сиреноголовые, я думаю, будет посложнее. Так, ну это тоже машину уничтожит. Давайте уже проверим на бронированных машинах. Так, это еще надо попадать. Прицелы. Нифига себе, даже рикошет есть. Ребята, если вам понравится этот ролик, не забываем подписаться на канал и поставить лайкосик. А самый классный комментарий попадает в начале ролика. Вы видели рикошет? Значит, надо чуть-чуть ниже брать, чтобы в нижнюю часть попадать. Отлично, уничтожено. Так, пошли у нас танки. Так, танки не попал. Прицела нет. Как так попадать? Хорошо, что она очень быстро перезаряжается. Да ладно, оно просто башню оторвало. Моментальное уничтожение. Так, теперь я уже понял приблизительно прицел. Ага. До этого момента. Не попал, и чуть-чуть ниже. Ага, значит, танк бронированный не уничтожает с одного раза. Вот с двух выстрелов. Так, теперь будем стрелять по скоплению танков. Там стоит 6 танков. Не попал, чуть ниже. Так, перезаряжаемся. Кстати, вторая установка заряжается минуту. Ждать мы не будем, будем просто заново спамнить. Так, давайте прям между танками и ниже стрельнем. Вот так вот. Не уничтожил. Да ладно, рикошет, это прям круто. Ребята, если вы хотите, чтобы мы с этими ракетоносителями что-то сняли очень классно, напишите, мы хотим, и мы снимем классную битву с этими HIMARS'ами. Да ладно, смотрите, танки рикошетят. Вот это самые мощные танки, которые у нас есть. Они реально очень классно, видите, отталкивают эти снаряды. Значит, надо прямо вот так вот пониже брать. Сейчас перезарядимся. Попробую сейчас прям в гусеницу попасть. Не попал, чуть-чуть выше, вот так вот. Вот, уже пошел процесс. Короче, скопление танков уничтожить этой установкой невозможно. Посмотрим, что будет вторая установка показывать нам, что там намного мощнее она. Просто жестко мощнее. Так. Стреляем. Вот это жесть. Давайте подлетим, посмотрим, что мы здесь наделали. Офигеть, это просто жесть. Ой, знаю, что надо сейчас, ребята, сделать. Сейчас мы кое-что сделаем. Мы возьмем вот так, сохранение. У нас здесь вот есть уже сохраненные эти все фишки. Так, сейчас мы поставим сюда HIMARS. И знаете, что попробую сделать? По скоплению танков лупануть сразу всю кассету. Это будет, мне кажется, очень жестко. Так, давайте мы, потому что ее делаем. Делаем ее под наклоном, потому что так низко не задирается установка эта. Так, сейчас мы развернем ее. Приблизительно это вот так. Ой, прицел появился. Да ладно. Прицел был. А, у меня была в руках камера, поэтому прицела не было видно. Запускаю кассету. Нет, были рикошеты жесткие. Кстати, танк перед этой штуковиной помешал. Сделаем вот так вот повыше и погнали. Чуть-чуть выше. Выше, выше. А выше не... А, можно выше. Вот так вот. Ты что, все мимо было? Офигеть, ну это очень мощная штука.
Так, теперь у нас есть там пехота. Да, будем стрелять. У нас есть, короче, толпа монстров и толпа военных. Так, мы делаем, чтобы они друг друга не мочили. Так, давайте перезагрузим, потому что зомби сразу пошли военных атаковать. Ребята, обязательно досмотрите до конца, потому что в конце будет у нас сиреноголовая. Это прям жесткие будут, конечно, у нас NPC-шки. Но мне даже интересно, смогут ли вообще Химарсы уничтожать сиреноголовых. Если смогут, то у меня есть уже идея на очень классный ролик. Так что, ребята, подписывайтесь на канал. Я всегда стараюсь снять очень что-то классное и офигенное. Так, давайте сделаем повыше, чтобы четко попасть в толпу. Проверим, уничтожится толпа. Стреляем по военным. Ага, выше надо. Ниже. Это странно, она летит. Вот это будет четко попадание. Бу! Да ладно! Сразу всех одним выстрелом? Бу! Вот это жесть! Мне кажется, в следующем ролике надо, чтобы поставить еще больше и посмотреть радиус их разноса. Так, отлично. Теперь, ребята, сейчас мы будем тестировать другую установку, которая более мощнее. Надо в этом ролике успеть все вам показать, что я подготовил. Так, ставим опять технику. Чпоньк, отлично. И ставим более мощнее установку Химарс. Тут даже в наборе ракеты есть. Ракеты, кстати, можно отдельно запускать. Так, сразу скажу, она более сложнее целится. Ну, вы сейчас поймете, о чем я говорю, потому что она нереально мощная. Так, я не понимаю. Ага, разворачивается. Так, так, так. Прицела нет. Давайте одну стрельнем ракету. Прицелим. А, я вижу прицел. Ой-ой-ой. Надо вот так вот навесиком брать. Так. Я представляю, что сейчас с этой колонной будет. Поехали. Бу! Вот это жесть. Я одним выстрелом разнес просто все. Я думал, будет пару выстрелов надо делать. Еще одна ракета пошла. Бу! Вот эту установку обязательно добавлю в коллекцию. Давайте, мы не все танки уничтожили. Вот так вот возьмем правее. Полетело. Четкое попадание. Целый танк? Целый. Давайте вот так чуть-чуть выше. Воу, вот это моща. Это просто жесть. Так, у нас сейчас справа есть танки перевернутые. Офигеть, она мочит. Ты представляешь, что будет сиреноголовыми? Так, у нас снаряды кончились на этой установке. Будем ее удалять. Так, и давайте же, конечно же, мы сейчас стрельнем по NPC. Чпоньк. Мне кажется, одного выстрела будет достаточно, чтобы их уничтожить. Надеюсь, что сиреноголовые немножечко будут покрепче, ребята. Так, мы ее сразу развернем. Это что-то нереально мощное. Мне она очень нравится, сразу скажу. Она нереально крутая. Даже видели, анимация дверей есть. Так, я прицел не вижу. Вижу, вижу прицел. Так, берем вот так повыше. Ой-ой-ой, даже я умер. Вот это она фигачит. Че, всех разнес? Да ладно. Видели, куда было попадание и как я их разнес? Все легли. Хотя, смотрите, на каком расстоянии вообще был выстрел. Это было очень большое расстояние. Так, ребята, как я и обещал, сейчас я буду ставить очень мощных монстров. Я все подготовил на этот ролик. Ролик будет реально крутецкий, потому что сейчас будет самое эпичное. Поставим вот такого сиреноголового. Вот такого гигантского. И какого? И давайте самого обычного. Ой, надеюсь, они выдержат этот мощный взрыв. Давайте сначала, наверное, я стрельну с слабой установки, да? А потом более мощнее. Гош, горисмот немножечко проседает из-за того, что сиреноголовые очень требовательные обжоры. Так, отлично, что есть прицел. Ну что, первый пошел. Ты попал выше. Не уничтожается. Так, где-то понадобилось два четких попадания. Перезаряжаемся. Давайте попробуем в туловище попасть. Мне интересно, получится или нет. Мимо пролетает. Значит, у него хитбокс где-то вот здесь вот. Нет, не умирает. Давайте еще попробуем ниже. Вот так прямо вот, где ноги у него начинаются. Так, тоже где-то два четких попадания. Раз. Два. Перезаряжаем. Давайте еще ниже. Наверное, вот это есть хитбокс. Раз. Так, тоже приблизительно, наверное, два попадания. А если прям четко попадать, то и даже и одного хватает. Это ж не все, ребята. Я вам скажу, что есть еще у нас более мощнее монстры.
Я сам вам покажу. Есть вот такой вот у нас. Но это прям вообще, я вам скажу, что это мега-мега босс. Надеюсь, Гаррис Мод не вылетит, когда я буду его мочить. Есть у нас еще сиреноголовый робот. Я его тоже обязательно поставлю. Мы его протестим, как он будет уничтожаться. Ставим простую для начала установку. Так, отлично. Надеюсь, он выдержит четкие попадания. Давайте сначала попробуем стрелять по самому корпусу. Воу, одно попадание разлетелся. Блин, это мощь. Одни куски от него остались. Хорошо. У нас есть еще вот такие вот. Смотрите, это сиреноголовый робот. Ну что, попробуем по нему жахнуть. Будем четко стрелять по голове. Давайте четко в голову прицелимся. Выдержит или нет? Выдержал. Да ладно. Ну вот этот, скажу, ребята, был помощнее. Мне кажется, что та установка другая. Его уничтожат с одного раза. Так, есть у нас еще вот такой вот. Это более злей. Это прям вообще жесточайший чувак. Так, пересаживаемся за управление пушкой. Одно попадание. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Пять четких попаданий для того, чтобы это уничтожить. Но я вам скажу, что учитывая мощность этих ракет, он реально крепкий мужик оказался. Так, что мы можем еще поставить? У нас, давайте зайдем сюда и поставим что-то гигантское. У нас есть гигантские монстры. Так, 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 вот этот вот. А это маленький челепиздрик. Вот это сейчас будет вообще мощь. Так, ставим нашу установку. Можем даже не наклонять ее, потому что есть мишень дебелая. Так, ну что, пошел здоровый монстр. Да ладно, он все выдержал. Давайте попробуем вот так вот в живот стрелять. Да ладно, он выдерживает такие моща. Это уже вторая кассета пошла. Да ладно. Мне кажется, с той установки так близко лучше не стрелять, потому что я погибну. Да ладно, он выдерживает все. Это уже будет третья, четвертая кассета. Вообще ни о чем. Представляете, вот это оказался у нас мощняцкий монстр, которого прям сложно замочить. Я вообще, он вообще жизни тратится у него или нет? Напишите в комментариях, тратится у него жизни или нет? Да ладно, нифига вообще. Давайте будем по ноге попробуем пострелять. А, они мимо все пролетели, я вижу, там сзади взрываются. Давайте вот так по верхней части. Все, уничтожил. Где-то ракет, наверное, 40 на него понадобилось, потому что он очень мощный, очень. Так, теперь мы ставим опять этих же монстров. Но только я сейчас возьму другую установку. Буду дальше ставить, потому что я чувствую, я умру. Настолько оно мощное у нас. Так, вот такой вот есть. Вот такой вот есть. Надеюсь, одним выстрелом я всех не уничтожу. Так, где наш трипод мощняцкий? И вот этот вот. Так, улетаем подальше. Блин, надеюсь, меня взрывом не зацепит, потому что та установка, она реально жесткая. Так, разворачиваем ее. Наклоняем. Отлично. Погнали, разворачиваем дуло свое, да? Разворачивается. Так. Вижу прицел, погнал. Давайте прям навесим. Блин, у меня жизнь не тратится. Давайте прям повыше возьмем. Еще выше, еще. Так, давайте вот, вот даже вот так вот, чтобы четко в него попасть. Ой, красиво, эхо, взрыв. Ну просто эпично. Еще выше, чтобы прям в него попасть. Вот это кадры. Вот это было эпически, ребята. Так, давайте теперь в тех целиться. Воу, я ж дергаюсь, потому что реально громко. Вот это жесть, еще выше. Так, кончились снаряды, она очень долго перезаряжается. Ставим еще раз. Так. А я смогу вот так вот прямо, прям сразу стрелять? О, можно, отлично. Так, повыше. Это вот так вот. Нифига себе, он реально мощный. Вот это жесть, давайте выше, чтобы прям в туловище попробую попасть. Воу, блин, ну это реально красиво. Так, давайте вот так прям повыше, чтобы в него попасть. Ну. Чуть левее. Вот это будет четко попадание, смотрите. Ниже, ниже, ниже. Вот это химарс мощнецкий.
Давайте еще выше попробуем. Так, кончились снаряды, я понял. Так, хорошо, что я понял, что не обязательно разворачивать ее. Так, куда ты поехала? Стоять! Стоять! Не ехать никуда, ты мне еще нужна для уничтожения этих монстров. Вот так вот. Ну реально она мочит! Еще выше. Еще выше. И еще. Вот это должно быть попадание. Есть! Вот это мощь! Вот это мощь! Ну реально мощно! Так, ну что, я думаю, что сейчас пора затестить, сколько можно легковых машин взорвать, если они будут стоять в куче. Как вы думаете? Напишите в комментариях, уничтожит ли оно 20 машин сразу. Напишите, да или нет, посмотрим, сколько у вас людей угадает. Так, прям много ставим. Ставлю в большом радиусе, чтобы хотя бы понимать приблизительно, какой радиус вообще у этой установки. Мелкую не буду этот мелкой хаймарсом стрелять, потому что он мне не сильно зашел. А вот этот меня зашел. Скажу честно, в коллекцию по-любому добавлю его, и мы будем с ним что-то эпичное записывать. Но скажу сразу, есть большой минус, что первый Химарс, он имеет свойство еще ездить. Второй, как просто установка, он не ездит. Как просто здоровенная пушка. Не знаю, я делаю вот такой вот радиус, да, приблизительно. Ну, вообще мне интересно, сработает это или нет. Все, вот такой вот радиус мы делаем приблизительно. Я вообще не знаю, попаду ли я в центр. Потому что реально ей сложно целиться. Но сейчас постараюсь красиво прицелиться. Так. Ну что, тестим. Это прицел, если я помню, когда мы стреляли. Вот это где-то будет центр. И сразу летим, смотрим. Не долет... Хорошо. Я специально промахнулся. Так, вот я вижу прицел. Давайте сразу его где-то вот так вот. Так, приблизительно радиус мы заметили. Кстати, вот с этих машин тоже идет дым. Поэтому, учитывая, где был взрыв, метров 30 радиус. Постараемся сейчас попасть еще раз. Еще выше возьму. Очень сложно, скажу, с нее целиться, потому что у нее есть такая фишка, как траектория такая очень интересная. Я думаю, что где-то вот так вот надо целиться. Ой-ой-ой, еще выше. Все, вот это будет четкое попадание прямо в машины. Летим, смотрим, что мы там наделали. Че, все горят? Ну, мне кажется, да. Вот был выстрел. И все загорелись. У этих, смотрите, вообще колес нету. Просто нету колес. Так, давайте делаем еще один тест. Сейчас я поставлю очень много танков. И проверим, насколько оно мощное и насколько оно вообще разносит танки. Потому что те, помню, что рикошетили. И прям жестко рикошетили. Так, мы не можем, да, их создать и просто нафигачить. Будем ставить сразу самые мощные танки, которые у нас есть. У них нереально мощная броня. Буду ставить их поближе, потому что, мне кажется, с таким большим разносом будет тяжело определить. Но мы уже посмотрели, что оно где-то бьет в радиусе 30 метров. Все, что дальше, уже оно не уничтожается, а просто наносится очень сильный урон. Так, это мы уже сколько поставили танков? 4 на 3, 12 танков. Ставим еще. Так, уже лагает. Уже лагает, больше ставить не буду. Буду стараться попадать очень метко. Поставил их специально далеко, потому что когда близко, может меня может убить. Так, где наша красотулька? Блин, а лагает Гаррисмод. Надеюсь, он не вылетит. Так, я вижу прицел. Берем вот такой вот навес. Где-то приблизительно будет четко в цель. Полетела ракета. Ой-ой-ой, еще выше. Все, выше не могу. Это реально самая дальность, что я могу сделать. А не, вот можно. Полетело. Вот это было четкое попадание. Это было четкое попадание прям по колонне танков. Проверяем. Да, красиво попал. Но танки все целые. Ничего вообще с ними не случилось. Вообще ничего. Ну давайте проверим, он рабочий. Да, он рабочий. А ну, отдалим камеру. Гусеница не слетела, потому что, насколько знаю, гусеницы, бывает, слетают. Не, он полностью на ходу. Так, значит что? То попадание было нечеткое. Надо, чтобы реально прям в центр колонны. Буду сейчас максимально высоко брать. Прям очень высоко. Так, приблизительно я вижу, куда я, как я стрелял.
Так. Вижу прицел, еще. Где-то вот так я буду гасить. Полетела ракета. Давайте еще сразу жахнем. Воу, можно сразу много ракет. Смотрим. Одна в воздухе взорвалась, так как та ракета деактивировала ее. Ну попадал четко, вот смотрите, прям чуть ли не в танк попал. А он только дымит. Да, я скажу, что вот эти танки, они реально мощные. Их очень сложно уничтожить. Тогда придется сейчас загасить всю кассету. Сейчас мы это и сделаем. Сейчас мы удалим этот химарс, ребятушки, и поставим. И будем сразу гасить всю кассету. Вымочим. Так, я уже помню, куда я целился. По облакам уже определяю. Так, приблизительно вот так вот. Будем с небольшим интервалом, чтобы хотя бы четко понимать, куда я стреляю. Так, вторая пошла ракета. Чуть-чуть ниже стреляем. Высоко взял. Так, пошла. А я могу вообще... О, я могу здесь зумить. Кстати, очень странно, что прицел задирается и не видно нифига. Ага, видите, эта ракета сразу активируется благодаря той, потому что ударная волна очень большая. Ой. Так, полетели, посмотрим, что мы там наделали. Ну, я далековато, я вижу, стрелял. Ну, блин, все танки целые. Что такое? Ну, смотрите, попадание было сильное прям вот рядом. Им нифига. Вот нифига танкам. Ну, как так-то? Понял. Я понял, ребята, что надо сделать. Я все понял. Сейчас мы все сделаем по красоте. Ставим. Так, не едь. Садимся. Так, приблизительно. Давайте первую вымочим. Будем уже смотреть. Все, танк ушел. Потому что четко в него попал. Четкое попадание, ребята. Вот это четкое попадание вообще идеальное. Еще одна пошла. Вот это моща. Так, чуть-чуть ниже берем и правее. Все-таки хочется же уничтожить хотя бы парочку танков. Четкое попадание, я видел. Я прям в танк попал. Мы сейчас будем по пятнам смотреть. Приблизительно, куда они попадают. Но я вижу, что я уже подлобался. Так, чуть-чуть ниже берем вот так вот. Ракета красиво вообще сделано это оружие. Мне нравится. Ниже берем ее так вот правее. Все, кончилась кассета. Проверяем, что мы там наделали. Ну, я видел, что танк взорвался. Вот куда я попадал. Все понятно. Ребята, я все равно этот ролик закончу тем, что я уничтожу все эти танки. Я вам сейчас покажу, как я это сделаю. Есть у меня одно оружие мощнецкое. Мы заходим в NTT, HB Bombs. И у нас вот такая вот бомбочка есть. Надеюсь, я четко попаду. Немножко не четко, но это уничтожит довольно-таки много танков. Я пошутил. Все, не будем так сильно задирать. Во. Вот это красиво будет. Влетело. Это означает, что все танки уничтожены. Если понравилась эта серия и вы хотите еще больше обзора на оружие, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Во всем отличного настроения и всем пока.